Вот Terraform зависит от размеров планеты и увеличится с каждым последующим применением. Но размер планеты, то есть минимал двойка, четверка будет в раза больше. Причем Terraform Stundrix, как тут Jupiter, который раньше сам Terraform, что Stundrix можно сразу в океане. Это однократная Terraform, и стоит будет он как подводит. То есть на минималке четверка, а на четверке 8, например. В 2 раза больше. Это как минимум лидам. Ну размер же 4, а 4 там 8. А если 3 на 4 это 12, то 4 там 12. 3 раза дольше. Это за один ход. Ну, предлагается это один ход. А здесь от шарика вот, то есть 4 терраформа. Вернее. Первый во второй превращает, второй в третий, третий в четвертый. Четвертый в пятый. Задем отдельно. То есть 3 терраформа, но обычно 2 там. От Дюнекса сколько? Пара терраформ. Размер планеты. То есть вот тут вот тригона шариковый, биом нейтрализованный, ничего нету, без антигравов и этого непонятно, что он даст. То есть она как бы подблокирована там система радиоактивная. И сфера богата на высокая. И здесь везде нужен антиграл. Но мы выбрали 3 поинта сначала, чтобы бонусных, чтобы на низкой игре, потому что ее почти столько. Вначале игра на почти не влияет. А потом все равно нужны вот эти антигравы, когда они есть. Ну на норме четверть, например. То есть если в норме начинает нормальная игра, подходит расе, то на низкой это четверть, а если низкая, то на уровне четверть, а высокая она одинакова. Но возможно на низком вообще будет 75, пока не знаю. Можно попытаться, но не сказать, высокая не говорит. Продовольствие, да, нету. На сверхбогатых, да, на производство, на конструкцию. Но у него 5, а дает по четверке. Еще не по пятерке. Но это мощь, типа, в миллиардах, космиллиардах. Может нам нанять этого ж... Без... Да, у нас не тот центр, это центр. Кто-то летит. И здесь. Радиоактивный. Ну то есть она сама по себе защищает. Тут. Тоже радиоактивный. Солнечный мед. Вот тундра маленькая. Так мы можем, в принципе, вот этот захватить. Поставить оборону и тут. Если тут, тут компетентный. Ну, бронзовый их указан. А тут океане уже. Тут Экс океане. Вот это нам подойдет. У нас даже Цикер еще не развит, что мы будем. Это ему требует. Золото. Золото там указано, что... Ну, влияет при крупных мини-ресурсах, вот этот бонус золота он даст. Он сразу дает плюс 2. Без какого-то. И плюс 2. Но особые ресурсы. Золото увеличивает количество кредитов. Но оно увеличивает, но оно может бонусы какие-то реальные приносить. Мы не особо замечали, да.
Ну, что-то вроде дает. Какие-то, но если много, ну, кризис, например, может, этот будет больше давать. Ну, это... Анубис. Ра. Ну, это... Там, Сет. А это хорошо, как он прошел со спутником. Но радиоактивно не сколько. Настоящий тур вылет этого. Ну, куда выбирать надо куда-то. Крипто. Может сюда полететь? Радиоактивные. То. Ну пустыны нам. Ну да, нам если бы ход заделали, было бы легче. Да. Пустыны. Это дюна. Ну дюну два раза трех. Ну да, океане, например. Ну да, он тропики имел. Ну, тропический раз. Баты. Тут, может, а здесь вот, болотистое. Ну тут нормальная гравитация. Где на до антигравов далековато еще. То есть когда появится на его срочно. Ну как ну где они мощь требуют. И чем больше размер планеты, тем дольше производится антиграв. Антигравитацию. Норма, но драхкамни это не... Вот и тут были красные вот эти. Да. Грищит количество кредитов. Ну тот, да, тот мешает вот это радиоактивно. Ну бывает они компьютерные такие проект. Ну они должны вымереть, по идее. На какое-то время дается. Да. И даже совсем медленно родилось. А тут нету вообще, по идее, продовольствия. Вообще никакого. Ну что нельзя, надо только биосферы там какие. То есть, возможно, мы пережимаем. Ну, в смысле, что на эту планету можно только с биосферой, например. И развивать ее, если есть терраформинг, то только на шариково выйдет, а потом еще тундровое, если повезет, или пустыню, потому что на тундровую выходить. Как его заставить, мы не знаем. Но там есть климатическая установка. Дает оно или не дает, мне не известно. Но она изменяет. Там указано, что изменяет этот вид температурного наполнения. Ну, типа климатический. Но вряд ли она что-то ну, вроде не похоже на это. Здесь. Вариант Эквара, Акулус, Кадат, например. Если мы Акулус переименуем его Акулус. То еще Фу, еще Кадат надо будет запирать. И здесь. Раз, два, три, четыре. У нас нету столько сил. То есть заперел акулу, например, заперел его, все. И здесь что-то тут попытаться. Дьявола это. И тригон. Ну, образно, за два хода. Это решить. Флыри, вот налево он не дает. И вообще непонятно, что это. Тут токсичный. Сербент. Ну, гравитация подходит здесь. Тут. Ну,